Еще этим летом во дворе дома номер 16 по улице Крылова был самый настоящий пустырь. Когда жители узнали, что попали в программу формирования современной городской среды, сразу и не поверили. Но уже в скором времени во дворе появились рабочие и тяжелая строительная техника. То, что было, я думаю, что не радовало никого из жителей, потому что даже просто проходя мимо, было очень неприятно смотреть на убогость этого как раз квартала или межквартального пространства. Преображение значительное произошло, потому что просто радует глаз то, что сейчас здесь есть. Теперь здесь появилась детская игровая площадка, тренажерный комплекс, небольшая парковка и даже аллея со скамейками. Общая площадь благоустроенной дворовой территории более 6000 квадратных метров. Огромные пространства благоустраиваются, и мы видим результат совместной работы законодательной и исполнительной власти, то, что действительно только так можно достичь результата, и результат здесь налицо. А местные жители решили на этом не останавливаться. Уже своими силами решили следующей весной провести субботник и дополнительно высадить в своем дворе деревья. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.